Приветствуем участников Кубка мира FIDE 2019. Let's welcome the participants of the FIDE World Cup 2019. Алжир. Algeria. Аргентина. Argentina. Армения. Armenia. Азербайджан. Azerbaijan. Бангладеш. Бангладеш. Беларусь. Беларусь. Бразилия. Бразил. Канада. Канада. Чили. Чили. Китай. Чайна. Колумбия. Колумбия. Коста-Рика. Коста-Рика. Хорватия. Croatia.
Чехия. Czech Republic. Куба. Cuba. Египет. Egypt. Англия. England. Фарерские острова. Faroe Islands. Франция. France. Грузия. Georgia. Германия. Germany. Венгрия. Hungary. Индия. India. Индонезия. Indonesia. Иран. Иран. Израиль. Israel. Казахстан. Казахстан. Латвия. Latvia. Литва. Lithuania. Мадагаскар. Madagascar. Монголия. Mongolia. Нидерланды. The Netherlands. Нигерия. Nigeria. Норвегия. Norway. Парагвай. Paraguay. Перу. Peru. Польша. Poland. Папуа Новая Гвинея. Papua New Guinea. Румыния. Romania. Испания. Spain. Швеция. Sweden. Венесуэла. Venezuela. Вьетнам. Vietnam. Украина. Ukraine. Соединенные Штаты Америки. United States of America. Узбекистан. Узбекистан. Россия. Russia. Приветствуем флаг Международной шахматной федерации. Please greet the flag of the International Chess Federation. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, такой гостеприимный, такой родной Ханты-Мансийск. Мы рады приветствовать вас на церемонии открытия Кубка мира ФИДЕ 2019. Good evening, dear friends. Good evening, Ханты-Мансийск. A city so hospitable and welcoming, it always feels like home. We're happy to welcome you at the opening ceremony of the World Cup. Бороться за победу в окружную столицу прибыли 128 сильнейших шахматистов со всех континентов мира. Игры пройдут по олимпийской системе. 128 top-ranking chess players from all the continents of the world have come to Ханты-Мансийск to lay their claim to victory. The games will be held according to the Olympic system. После каждого тура количество претендентов на победу будет сокращаться вдвое. В финале сильнейший будет определен из двух оставшихся игроков. Every round will result in the elimination of half of its participants, and the finals will determine the only one top player out of the remaining two. Звучит гимн Российской Федерации. The anthem of the Russian Federation. Приветствую участников и гостей Кубка мира ФИДЕ 2019 в Ханты-Мансийске. На сцену приглашается. For the official welcoming and greetings, we invite onto this stage.
Министр спорта Российской Федерации Павел Анатольевич Колобков. Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. Вечер, дорогие друзья. От имени Министерства спорта я приветствую участников, организаторов и, конечно, гостей Кубка мира ФИДЕ по шахматам. Good evening, dear friends. On behalf of the Minister of Sports, I'm happy to welcome all the participants, organizers and guests of the World Cup of FIDE World Cup 2019. Ближайший месяц мы станем свидетелями действительно напряженной борьбы, где 128 участников будут бороться за победу в Кубке мира, которая даст возможность участвовать в турнире президентов. During the next several weeks, we'll be witnessing intense struggle over the chessboards, where 128 participants will contend the right to participate in the candidates tournament. Я счастлив, что Россия получила в очередной раз право на проведение столь значимого мероприятия. Ахтамансийск вообще стал шахматной столицей мира. I'm happy to see that Russia has been once again granted the right to host such an important tournament in Ахтамансийск. It's very great to see that this city has become a real capital, chess capital of the world. Я желаю всем хорошей спортивной борьбы, интересной спортивной борьбы. И, конечно же, пусть победит сильнейший. I wish all of you fair play and may the best players win. Для официального приветствия участников гостей Кубка мира ФИДЕ 2019 Асел приглашается. We invite onto this stage for greetings and remarks. Президент Международной Федерации Шахмат Аркадий Владимирович Дворкович. President of the International Chess Federation Аркадий Дворкович. Добрый вечер, дамы и господа. Good evening, ladies and gentlemen. От лица Международной Шахматной Федерации поздравляю вас с открытием Кубка мира ФИДЕ 2019 года. On behalf of the International Chess Federation, I am happy to congratulate you on the beginning of the FIDE World Cup 2019. Прежде всего, благодарю организаторов Ахтамансийский автономный округ, ЮГРУ, Наталью Владимировну Комарову, губернатора этого замечательного шахматного края. And first of all, I would like to thank the organizers and personally the governor, Наталья Владимировна Комарова, for hosting this wonderful event. И, конечно, всех жителей этой замечательной части России за гостеприимство, оказываемое всем участникам, всем тем, кто присутствует сегодня здесь, в Ахтамансийске. And I would like to thank all people living here in this wonderful chess-loving part of Russia for hosting and for welcoming all the chess players at this World Cup. Мы знаем замечательные шахматные традиции Ахтамансийска, ЮГРУ. Здесь прошло уже 4 Кубка мира, шахматная олимпиада, многие другие крупнейшие соревнования. В прошлом году мы были свидетелями женского чемпионата мира. We know very well the chess traditions of ЮГРУ. This is already a fifth World Cup for this region, and it has hosted also many high-ranking chess events, including a chess Olympiad. And last year we have held here the Women's World Cup. Эта традиция продолжится. В следующем году нас ожидает не менее интересные события. And this tradition is to continue. Next year we'll witness more very interesting events. И замечательно, что шахматы здесь развиваются для всех. Для детей, для тех, кто только начинает свой жизненный путь. Для тех, кто хочет заниматься шахматами, где бы ни работал, где бы ни жил в этом регионе. And it's very good that chess is developing here for everyone, irrespectively of age and occupation.
It's developing for the children who are at the very beginning of their lives, and it develops for all people, irrespective of what they do. Но все любят смотреть на лучших. But everyone wants to see the best players. И сегодня здесь собрались лучшие. And here we have a whole auditorium of the top players. Вы прошли непростой отбор в зональных континентальных соревнованиях. У вас высокий шахматный рейтинг, и вы будете бороться за право играть в турнире претендентов. Это право получат точно два победителя, и у третьего тоже будет шанс. You have been through a very intense selection at the zonal and continental tournaments, and at least two of you, to be sure, will receive the right to participate in the candidates tournament, and the third one will also have a chance. Я рад объявить сегодня, что вчера президентский совет ФИДЕ одобрил заявку Екатеринбурга и Российской шахматной федерации на проведение турнира претендентов в следующем году. I'm happy to announce today that yesterday the presidential board has approved the bid of Екатеринбург for the next year's candidates tournament. Спасибо господину Симоновскому, всем любителям шахмат Екатеринбурга за эту заявку, за то, что мы получим возможность наблюдать за игрой блестящих шахматистов в этом замечательном уральском городе. And I'm thankful to Mr. Simonovsky for this bid, for this opportunity, for all of us to witness the top players playing the next year in Екатеринбург. Желаю всем хорошей игры, желаю всем удачи, она вам понадобится. I wish all of you good chess. I wish all of you good luck. You will need it tomorrow. И не только завтра. Not only tomorrow. На протяжении последующих during the whole трех weeks. Недель. During the next three weeks. Как сказал министр спорта Павел Головков, наш замечательный олимпийский чемпион, пусть победит сильнейший. And I will reiterate the words mentioned by our Minister of Sports, Mr. Kolkov, let the strongest, let the best win. И несмотря на то, что этот турнир является мужским, я рад, что, как мы решили в нашей большой шахматной семье, более четверти официальных лиц на этом турнире женщины. Я думаю, что это понравится всем участникам соревнований. And although this is a men's tournament, as has been already decided, more than a quarter of the officials at this tournament are women, and I think this will make everyone only happy. Объявляю Кубок мира ФИДЕ по шахматам 2019 года открытым. I'm declaring the FIDE World Cup 2019 open. Владимир Захарьевич. We'll be right back.
you? Me. Again. What do you want? I need a volunteer. Me too. Find him in the audience. Hello. Come with me. Hello. What is your name? What? Jimmy! We will call you Jimmy! Jimmy! Hello, Jimmy! Hello! Are you ready, Jimmy? Let's go! You need to keep quiet! Shh! Silence! Take it, Jimmy. Nobody. Close the door. Jimmy. Silence. Follow me. Don't step here. Okay. I next. Watch. Don't step here. Let's go, Jimmy. Come on, Jimmy. 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 Jimmy, stop. Jimmy. Silence. Let's go. Jimmy, be careful. Very high, Jimmy. Second floor. Okay. Jimmy. Be careful. Jimmy, stop. Be careful. Lasers. Lasers, Jimmy. Don't touch lasers. Don't touch the lasers. Don't touch the lasers. Oh, Jimmy, no. No, Jimmy. Jimmy. Good job, Jimmy. Good job. Good job. Open. Thank you. Open. 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 Yep. Thank you, Jimmy. Welcome to Haunty Machines, Jimmy. Thank you. Дорогие друзья, для проведения жеребьевки на сцену приглашается главный арбитр соревнований Ашот Вардапетян. Dear friends, for the ceremony of drawing of colors, we invite onto the stage chief arbiter of the competitions Ашот Вардапетян. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Good evening, ladies and gentlemen. Добрый вечер, уважаемые участники турнира и официальные гости. Good evening, dear participants of the tournament and official guests. Я хочу сейчас провести церемонию выбора цвета для номера первого
на первую партию первого тура. I'm now going to hold the ceremony of drawing of colors for the first game on the first board of the first round. Для этого, конечно, мне нужен помощник, и в лице помощника будет рейтинг-фаворит турнира, гроссмейстер из Китая Динг Лижен. Прошу его подняться на сцену. For the ceremony, I will need an assistant, and this is going to be Ding Lijian, a grandmaster from China, the top-ranking player. Ну, конечно, у нас две шкатулки, которые так интересно у нас появились на сцене. И я предлагаю нашему рейтинг-фавориту выбрать одну из шкатулок. I will propose that our top rating favorite will choose one of these boxes, which appeared on the stage in such an interesting manner. Номер первый в первой партии первого тура будет играть черным цветом. Number one in the first game of the first round will play black. На всякий случай я вам покажу и вторую фигуру, что у нас вторая статуэтка была белая. Just in case for you to be sure. Спасибо. Я просто пользуюсь случаем, хочу сделать небольшое объявление для всех участников турнира. A small announcement using this opportunity for all the participants of the tournament. Сразу после окончания церемонии открытия в этом зале состоится техническое совещание с игроками. Right after the opening ceremony, in this very auditorium, we'll hold a technical meeting with the players. Прошу всех игроков оставаться в зале. Спасибо. My request to all of the players to remain in this auditorium after the ceremony. Итак, дорогие друзья, игрок с максимальным рейтингом выбрал цвет. Это значит, что турнирная сетка сформирована. Dear friends, the top rating player has chosen a color, which means the tournament table has been formed. Итак, дорогие друзья, жеребьевка произведена. The drawing of colors has been made. Звучит гимн Международной Федерации Шахмат. The anthem of the International Chess Federation. Организаторами Кубка мира ФИДЕ 2019 выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Международная шахматная федерация, Федерация шахмат Югры и Министерство спорта Российской Федерации. The organizers of the FIDE World Cup 2019 are the government of the Ханты-Мансийского автономного округа Югра, the International Chess Federation FIDE, the Югра Chess Federation and the Ministry of Sports of the Russian Federation. Генеральный партнер общества с ограниченной ответственностью «Газпром Нефть Хантас» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».
general partner Gazprom Neft Hunters, limited liability company, as part of the Native Cities Program of Social Investment. Официальный перевозчик – авиакомпания UTAIR. Official airline UTAIR. Генеральный информационный партнер – информационное агентство TASS. General Information Partner – TASS News Agency. Мы благодарим партнеров за поддержку интеллектуального спорта, который объединяет весь мир. We thank our partners for supporting this intellectual sport that unites the whole world.
горы, умоляю, дайте путь мне точный, точный. Я пройду и днем, и ночью, без вины и без оглядки, проживу там свой остаток. Не беги от себя. Ты ветер. Ты вода. Открой. Открой глаза. Thank you.
us with salvation, but no one, no, nobody can give you the power left dripping down the wall of a dream that cannot breathe in its harsh reality. Despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. People have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that power. Let us all unite. And we'll ride over fear and the freedom. Freedom. Like the stars in the sky, we can sing, we can shine.
Самообладание, бескомпромиссной борьбы и ярких комбинаций. Ведь победа находится в каждом из вас. В нее нужно только поверить. Добро пожаловать в Ханты-Мансийск! Dear friends, we wish all of you courage, self-control, uncompromising battles over the chessboards and spectacular combinations. Victory is inside each of you. You only need to believe. And your grow wishes all of you well. Welcome to Ханты-Мансийск!